Что? Давай, дергай все давай, блядь. Мы тут видосик записываем. Итак, всем привет, ребят, с вами Вула, и на ваших экранах не игры, как удивительно. На ваших экранах распаковка. Как бы странно это ни звучало, такой формат у меня, ну, никогда не был на канале. Хотя не вру, один, наверное, был когда-то давным-давно. Мне подписчик присылал, насколько я помню, материнскую плату, но не суть. Самое главное, что сейчас у нас будет распаковка, но не от моего лица, а от Маши. Потому что Маше я подготовил был подарок приблизительно пару месяцев назад, потому что посылочка немножко задержалась, но самое главное, что она вот тут стоит. И когда Маша придет с работы, мы ее вручим и посмотрим на ее реакцию. Погнали! Всем привет! Маша, это я. Это подарок мой. Ну, поскольку это вроде как пришло мне. Всем здрасте. Ты знаешь, что это такое? Вообще-то да. Ну, приблизительно. Маша догадывается, что это такое? Что это? Ну, судя по его, как бы, формам, это похоже на музыкальный инструмент. А точнее? Электруха. Правильно, потому что у тебя что? Акустическая гитара, которую я не брала уже 100 лет в руки. Ой, ну не надо, не 100 лет. Из-за вот этого, которое придется купить. Да, поэтому, так как посылочка твоя, вот тебе инструмент. Серьезно, да? Ух ты, сейчас, погодь. О, получается. Я, походу, винчиваю его. Да, не в ту сторону крутишь. О, получается, во, пошел процесс, сейчас все быстренько. Так. 1 hour later. Ха-х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 а
Обломинка, ребят, ждем! Маленькая, это электрогитара. Она мне кажется такой маленькой. Дизайн тебе как? Огонь. Что-то не эмоционально. Тебе хоть нравится вообще или нет? Покажи хоть. Офигеть. Я еще что-то просто до конца не осознаю. Камеру что-нибудь скажете еще? Да я вам. Больше мне нечего сказать. Вы посмотрите, какая цаца. Да ж такой нигде нету.